самый молодой театр Ульяновска, состоящий из молодых, амбициозных и подающих надежды актеров, наконец-то отметил новоселье. Молодежный театр со дня своего существования базировался в креативном пространстве «Квартал». Но насладиться спектаклями могли лишь 30 человек. Именно столько вмещал зрительный зал «Квартала». Ситуация изменилась после встречи коллектива с главой Ульяновской области Сергеем Морозовым. В январе было принято решение перебазировать молодежный театр в кинотеатр художественный. Мы понимаем, что центр города – это место привлечения молодежи, это место самых интересных событий. Ну, а такому интересному театру, как молодежный, самое место быть здесь, в гуще событий, в водовороте, с тем, чтобы быть доступным, быть понятным, быть актуальным. Новоселье актеры театра отметили премьерой – спектаклем по пьесе Александра Вампилова «Старший сын». Фойе кинотеатра на несколько часов превратилось в уютную квартиру, а зрители окунулись в атмосферу 60-х годов прошлого века. Мы только на премьеру пока, на первую, да, весь свой скарб перевезли, но у нас еще 10 спектаклей, то есть их нужно перевозить, переформатировать, так скажем, словом научным, переформатировать в уже в более в большой формат, потому что там у нас был камерный зал на 30 человек. Теперь что-то нужно думать, докупать, расширять. Молодые актеры – это вчерашние выпускники и студенты специальности актерское искусство. Одной из задач работы молодежного театра в новом формате – это поддержка самодеятельных театров, открытие новых творческих объединений и обучение талантливой молодежи актерскому мастерству. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.